что здесь в Каталонии очень круто, что очень широкие бульвары. То есть здесь для велосипедистов, здесь для пешеходов, здесь опять для велосипедистов. А машины ездят еще все как широко сделано. И везде велосипеды. Пацаны исполняют утреннюю зарядочку, вообще четко, все, харе-харе. Нихуя себе. Thank you.
Ребятки, наше прекрасное путешествие подходит к концу. Сегодня у нас последний денек. 4 дня, сегодня 5-й день отгуляли. Сейчас идем на море в последний раз. Сейчас идем до той большой гостиницы, которая находится сзади меня. Там поменьше будет. Вот эти бабушки, которые постоянно массаж предлагают разные вещи. Здесь арабы предлагают вот эту тряпку, простыню, чтобы загорать. Что, ребята, пару слов о нашем путешествии. Как ваши впечатления? Прекрасно. Испания, все, вообще красота. Привет. 5 дней, все. Главное, все программки все исполнили. Можно домой. Отведали местные зеленые культуры. Домой, пожалуйста. Все, надо дожить до вечера. Самолетик и газуем, все. Заказали местное именно национальное блюдо. Как называется блюдо? Пэйля. Как пэйля? Тут микропарк, мы уже все. Сейчас идем на автобус, на поезд и потом на самолет. Сейчас последний перекурчик. Мы уже на вокзале, идем на аэропорт. Миссия идет, все нормально по графику, по плану пока.